международным наблюдателем от миссии СНГ, представляю Казахстан. Это туда мы, да? Сегодня мы проходим 25-й избирательный округ Цеминского района. Здесь три участка. Первое впечатление. Мы видим достаточно большое количество наблюдателей от разных политических партий, которые наравне с нами сидят и также наблюдают за ходом голосования. Несмотря на раннее утро, сейчас около 9 часов, граждане Азербайджана идут голосовать. И несмотря на погодные условия, тоже мы видим достаточно хорошую явку. В целом, все происходит в соответствии с законодательством. В принципе, мы пошли по трем участкам, нарушений не выявлено. Значит, все. Единственное, потому что по явке, может быть, из-за того, что погода холодная.